Так, сьогодні нас рахують кінці та перепасущом представлению своїх отрядов. Итак, сегодня мы можем спросить эту замечательную девушку, что же она думает об этом. Да. Просто их команда уже выступила, и поэтому мы пришли вопросом к вам. Пожалуйста. Что я думаю об этом выступлении? Да, если можно. Мне понравилось. Мне понравилось наше выступление, выступление остальных команд. И я надеюсь, что выступление следующего мне тоже очень понравится. И мудрец спустил дружбу, и вместе с дружбой в дом вошли любовь и богатство. Сегодня тебе 10 лет. Сейчас мы проведем актуализацию знаний. И тут деревья зашатались от ветра, и яблочки попадали. Ха-ха-ха, неплохо. Но я очень хорошо с русским языком. Так. Наша команда называется «Moment to Work». А товарищи Мануэль Каморны, Каморны на Анмакрага? Ну что ж, концерт окончен. А сейчас мы спросим комментарии у Назара Ивановича. Пожалуйста, смотрим. Спасибо. Здравствуйте. Надеюсь, меня тут все знают. Я уже повторял это без камеры, и теперь еще скажу на камеру. Мои впечатления таковы. С миру по нитке равно сало, мед и пчелы. В целом здорово, по отдельности хреново. Извините за выражение. Что еще сказать? Блин, что-то меня сейчас не тянет на импровизации, так что спросите у Антонова, он, наверное, еще не вышел из ража. Ой, блин, комар летает. Все, большое спасибо, мне больше сказать нечего. В общем, ваши ожидания оправдались или нет? Как вы себя ощущаете? Что я могу сказать, если я ничего не ожидал? А что можете про вашу роль сказать собственную? Галя! Ну, это я, лет эдак через 500-600. Что ж, комментарии исчерпаны, и мы заканчиваем нашу программу.